Всем привет, с вами Настя из Дина Мамы, и сегодня я покажу вам комбинезон для девочек из новой зимней коллекции Кэрри. Моделька эта производится до роста 134 см и подойдет деткам примерно до 8-9 лет. Комбинезон очень теплый, в нем 330 грамм утеплителя, а значит его можно спокойно носить до минус 30 градусов. Очень необычная, красивая расцветка, синий и здесь цветочки. Контрастный розовый капюшон. Мне очень нравится этот комбинезон. У модели водонепроницаемость 5000 мм, а значит, помимо своей теплоты, он еще и надежно защищает от влаги. Давайте посмотрим подробнее, что здесь есть интересного. Капюшон отстегивается с помощью кнопок. Мех на капюшоне также можно отстегнуть. Для этого предусмотрены пуговицы. Внутри мягкая подкладка контрастного цвета, рукав реглан, манжеты на резинке, внутри мягкая подкладка. На груди есть светоотражающая эмблема Кэрри, два врезных кармана с защитной планкой, на них также светоотражающие полоски. Карманы застегиваются на молнию. Вот второй. Защитная планка молнии на липучке и кнопках. Молния защиты подбородка от защемления. Внутри мягкая подкладка по воротнику. Дальше в теле, рукавах и штанинах подкладка гладкий полиэстер. Есть этикетка, где можно написать имя ребенка. По линии талии комбинезон можно утянуть. Для этого есть эластичный шнурок с фиксатором. Вот так. С двух сторон. Нижняя часть брюк выполнена из материала повышенной прочности. Подол штанин на резинке. Есть силиконовые штрипки, которые можно отстегнуть или отрегулировать по длине. Сзади также можно увидеть, что капюшон отстегивается. Рукав реглан, светоотражающая эмблема Кэрри. По линии талии резинка. Также здесь же проходит дополнительная утяжка. Нижняя часть комбинезона также выполнена из материала повышенной прочности. И на одной из штанин светоотражающая полоска с эмблемой Кэрри. Основные швы у комбинезона проклеены для дополнительной защиты от влаги. Это можно почувствовать на ощупь. Здесь как полоска. Вот такой замечательный, теплый, яркий комбинезон для девочек. На этом, пожалуй, все. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinamama.ru. Спасибо за внимание.